Всем доброе утро. В общем, я вчера ходила, колдовала и придумывала, и напридумывала. В общем, вы скажете, откуда это появилось? Новая тюль. Тюль должна у меня со шторками прийти только в пятницу. Значит, я вчера так зашла в свою маленькую комнату, смотрю, тюль висит, и тюль у меня, знаете, там была в такую сильную сборку. И гардина у меня здесь, если гардина идет 2,40, то там 2 метра или даже 1,90 м. В общем, на полметра здесь практически гардина длиннее. Вот, и получается, что вот эта вот тюль, она 5-метровая, висела у меня в маленькой комнате, а я в эту заказала 3,5, потому что мне почему-то показалось, что там две гардины у нас одинаковые, что в той комнате, что в этой. И когда вот эта тюль висела в маленькой комнате, она была прямо в сильную такую складку, там даже толком не было видно окна. Вот, я вчера ее решила снять, измерила гардину, то, что здесь больше, и думаю, почему бы мне не сделать такую махинацию. Я сняла эту тюль, сюда я заказала точно такую же, белую, такую же вот обычную. Поэтому разницы никакой нет. Я сняла вчера эту тюль, постирала и на это окно ее повешала. Она здесь смотрится намного лучше по длине. То же самое, все одинаково. Вот. И, естественно, она тут растянулась маленько побольше, потому что здесь гардина больше. И стена, соответственно, здесь подлиннее. Вот. И теперь у меня, правда, в той комнате одни шторки висят. Я просто окно зашторила до пятницы. А в пятницу придет тюль со шторками, я ту новую тюль повешу туда. Поэтому так вот я вчера придумала и одела окошечко. Еще здесь будут потом две такие нежно-голубые шторочки. Будет очень здорово. Вот тут и цветочки хорошо через эту тюль видно. В общем, прям вот ей нужно было сюда. Когда я в ту комнату заказывала шторы с тюлью, мне подсказали, что нужно брать 5 метров. Я еще говорю, гардина 2. Она говорит, ну 5 метров. Я еще думаю, а что так много? Она говорит, ну чтобы сборочка была хорошая, там все. Ну я как бы, как всегда, прислушалась, взяла, и у меня там очень была частая сборка, прямо, ну, сильно. Я даже специально края посильнее раздвигала, под шторками было не видно, для того, чтобы сделать сборку реже. А здесь вот она прекрасно прям по всей длине растянулась, никуда не больше, никуда не меньше. В общем, здесь ей место. А та уже придет 3,5 метра, я ее повешу туда в маленькую комнату. Так что вот закрыли так окошечко. А то вчера вечером свет включили, ковыряемся здесь, и мне такое ощущение, что прям вот видно нас сильно. Ну, хотя здесь, видите, у Миленки такой вид с окна, как бы на нашу баню, и здесь дальше ничего нет. А если вот так вот сбоку, то здесь уже видите соседский дом. Если вот они выходят на свой огород, то, естественно, им в окошко все видно. Вот, поэтому так как-то уютнее все равно с тюлью. И как раз хорошо по размеру она мне сюда подошла. Миляна тут нашла свою раскраску гигантскую. Решила ее смыть. Доча, а у тебя смотри, сколько тут пустых. Можно не смывать. Смотри, она так размазывается. И тряпочку еще все тоже покрасилась. Тряпка, да? Ну. У тебя посмотри еще, сколько не раскрашено. Раскрашивай. Зачем тебе эти смывать? Ну, а если я все разукрашу? Ну, ты думаешь, ты все разукрасишь прям за один раз? Да. Да нет, ты че? Не разукрасится. А ты ее разве карандашами разукрашивала? Не фломастерами? Карандашами. Карандашами. Ладно, ты яички-то будешь, омлет? Да. Сосиски тебе надо? Нет. Понятно. Все понятно. Будь здорова. Яички будем? Давай сейчас будем туда готовить завтрак. Я здесь уже достала сосиски, яйца. Как раз тут у нас 5 яичек хватит нам, чтобы приготовить, да? А потом что будем делать? А потом у меня вон упаковочка есть, купат здесь на печке лежит, размораживается. Куриные купаты будем делать и спагетти. Будем? Хорошо. Вова что-то нам сейчас звонила,
И прям связь такая была плохая, и оборвался разговор. Не перезванивал пока. Там, где работает, там связь плохая. Не слышно ничего. Чё? Чё ты? Чё кричишь? Тебя ж там полно раскрашивала, буду раскрашивала. Так, ну все, будем делать сейчас. Омлет, сосисок у меня тут тоже полно. Сейчас что-нибудь сделаем. Вся тряпка у нас. Не знаю, теперь, наверное, не отстирается после Миленкиных красок. Так, все, значит, сейчас будем готовить завтрак. Вчера было столько комментариев по поводу моего салата. Ребята, он мытый. Я 100 раз сказала и 100 раз ответила. Отвечаю одному, второй пишет. Я мыла салат прямо вот в этом пакете. И вы, если еще кто не знает, эти салаты, они многоразовые. Поэтому в основном бывает так, что человек их помыл, отстриг, в конце концов, весь скушали, да, отстригли ножницами или так отломали. И он потом опять стоит и растет. Поэтому салат у меня мытый, я ничего грязное не кушаю, детям не даю, не переживайте. Сейчас быстренько сделаем омлетик. У меня сегодня работы мало, поэтому сегодня можем готовить что-нибудь делать. Ждем все нашего папу без ума, когда приедет. Вот, Лера все не дождется, когда... Вот не люблю такие яички, когда вот их раскалываешь, а внутри, вот в желточке, такие вот, знаете, бывают красные точечки, как вот кровяные, что ли, я не знаю. Мне прям так неприятно, я не люблю вот. Стараюсь все время вылавливать их. Я не знаю, вообще нормально это, ненормально в яйцах, когда вот такие красные точки. Люблю, чтобы желтки чистые были, а когда вот такое попадается, кровь какая-то, да. Мне не нравится это как-то вот. Аппетит сразу портится от такого вида. Неприятно. Так. Сейчас мы все это. Милена мне сейчас говорит, мама, только не пересоли. Я как делаю омлет, вот эту болтушку. Я мне тоже пишите, что можно сделать так же, только с молоком. Я знаю, что можно сделать с молоком, но мы любим вот так, что просто вот яички и болтушка. Вот. С молоком мы тоже делаем. Милена любит вот именно вот так вот. Поэтому, чтобы в 10 сковородках не делать, делаем так, как нравится большинству. Так, все. Яички поболтали. Сейчас нарежем сосиски. Лена, для тебя сосисочки делать или ты просто яички будешь кушать? Просто яички. Сосисками же вкуснее. Почему просто яички? Ну, просто яички, значит, просто яички. Мы с Лерой 3 сосиски съедим. Надо минеральную воду убрать в холодильник. Так, сначала будем обжаривать сосисочки. Добавим. Вот вчера отсюда сняла я тюль в Миленкину комнату. Так сразу некрасиво стало. Без тюля как-то так неуютно. Здесь у меня, видите, какое страшное окно. Сейчас вымою жалюзи пыльные и откосы. Подоконник есть.
Откосов-то вот откосы заказали. Сейчас помою здесь. Мам, тебе надо сделать. Тебе надо сделать, как у меня, на подоконнике. Ну, конечно, чтобы чистенько было. Тоже надо будет потом куда-то какой-нибудь цветочек сюда на подоконник мне поставить. Тоже, чтобы не пусто было. Миленка тряпочку эту испортила, поэтому я сейчас ей жалюзи и протру. И выкину потом эту тряпку. Не, не выкидывай, я буду, это будет моя тряпка, и я буду вытирать эту раскраску. Ты же не хочешь, чтобы я ту еще испортила, которую ты купишь? Поняла. Хорошо, я тогда ее прополоскаю и положу ее специально для тебя, да? А куда ты ее положишь? Ну, не знаю, надо какое-нибудь место ей подобрать, положить. В кровать может? Ну, конечно, в кровать. В туалете где-нибудь на батарею повешен. Надо будет весь мусор этот отсюда убрать. Вовины еще часы здесь лежат. Блокнот с предыдущей работы. О, мам, смотри, там жук какой-то в углу. Паучок живет. Это все приберем. А дай мне этот блокнот. Нет, Милена, это папин блокнот, ему он нужен. Почему? Ну, он для работы у него. Ой, какие часики будут моими. Ты что, блокнотов нет? Мне кажется, у тебя полная кровать. Но есть у меня блокнот, но только он секретный. Почему секретный? Ну, потому что я там храню свои все секреты. Ну, хорошо. Например, кто мне нравится там. А кто тебе нравится? Не, это я не расскажу. Это секрет? Да. У тебя уже секреты появились? Да. Я же говорю, у меня в блокноте секреты. Понятно. Ничего себе, какие жалюзи пыльные. Это, получается, и тюль такая же пыльная здесь была. Даже и не скажешь, висела вроде белая-белая. И жалюзи вроде белые-белые, а начинаешь протирать пылище столько. Так, теперь хочу прибраться в прихожей. Вот, эта прихожая у нас, наверное, пойдет на продажу, потому что стенка здесь сломается, и поставить ее будет некуда. Ну и вообще, как бы, у меня планируется другим цветом уже в прихожей мебель, поэтому и вообще не знаю, какая она там будет еще, потому что коридор достаточно не широкий, и в общем будет там что-то другое. Вот, поэтому здесь у меня куча всего, нужно поубирать. Куча курток, куча кофт, еще с осени что не носим. Пальто вот это вот я уже навряд ли одену, тоже сейчас буду его куда-то прибирать. Может быть, в кровать сразу туда складу, потому что когда у нас не будет прихожей, это, ну, какой смысл сейчас убирать мне это все по шкафам, если будет сноситься стена и прихожая будет убираться. Это уже ясно, что мне нужно куда-то это все девать, пока не появится новая прихожая. Это тоже курточка Миленкина, она ее практически вообще не одевала, почему-то она ей не по душе. Я не знаю, такой приятный цвет, я вообще такие цвета люблю, такие нежно-голубые, бирюзовые. Вот, она в ней гуляла здесь во дворе. Вот, курточка-то в таком хорошем состоянии, но почему-то, как я заговаривала только о том, что одеть эту куртку на улицу, ей почему-то она, ну, не нравилась. Так. Кожаная моя курточка, тоже уже навряд ли ее одену. Вот. Ну, вот эту вот кофту я надеваю, выйти в огород, или собаку выпустить во двор, бывает, или за каким-то инструментом выйти во двор. И это ты все выкидываешь? Нет, это я все приберу сейчас просто отсюда. Отсюда надо освобождать прихожую, я поэтому убираю. Так, вот эта вот тоже куртка, она тоже осенняя, Миленкина. Вот это
Это у нас Крокет фирма. Хорошая такая куртка. Вот тоже, ну, утепленная, но, конечно, не зимняя. Это даже сейчас уже в ней прохладно. Не знаю, как она на следующий год будет, она ей как раз не будет. В общем, я ее тоже сразу убираю. Штаны вот эти оставляю, Миленка в них. Тоже штаны, в том году покупали комплект штаны и куртка. И они ей как раз, все, ну, посмотрите на коленки. Это вот так вот вышеркалась краска. Они, видимо, в садике с горки там то ли на коленках скатываются, то ли что они там где ползают. В общем, обе коленки вот такие белые. Ну, здесь во дворе валяться в снегу пойдет. Так, их я не буду убирать. Их я просто здесь повешу. Так, здесь мой комбинезон. Вот я сейчас его тоже здесь оставлю. Его, потому что я ношу, естественно. Так, это тоже тоненькая курточка. Это сейчас у меня все пойдет уже по шкафам. Кофточка тоже летом одевала, осенью в огород подметать. Все, что не лень, все здесь висит. Все не убранное. Это тоже, естественно, я уже не одену. Тоже буду убирать. Готовлю обед. Здесь у меня колбаски для жарки. Здесь приготовила спагетти. И здесь сделала такой салатик со свежей капустой, с репчатым луком и с болгарским зеленым перцем. Сейчас будем обедать. Ребят, я наконец-то дозвонилась до врача. Оказывается, это не так просто сделать. До нашего терапевта я дозвонилась ей 2 дня. Первый день не дозвонилась, и она мне не перезвонила. Тут я дозвонилась до терапевта. Это было уже вчера после 6 вечера. Вот. И она мне сообщила результаты анализов Лерины. Вот. Результат анализа кала у нас отрицательный. Слава Богу, в общем, кал мы сдавали на скрытую кровь. Для меня только вот одно вот это название было уже, ну, настораживало. Ну, сразу могу признаться, я, по-моему, говорила, когда снимала ролик, когда мы сдали анализы, что у меня вот, знаете, какого-то вот такого внутреннего волнения не было. Вот мы анализ этот сдавали, я как-то вот, сам анализ просто меня пугал, вот само вот это вот название на скрытую кровь, а так, чтобы вот я переживала, вот как-то у меня, знаете, в душе было спокойно по поводу того, что анализ придет какой-то нехороший. Почему-то я сразу начала вспоминать об этом мороженое черном, которое вот мы ели, что и ко мне еще приходит на массаж медсестра, как раз с нашей больницы, она также мне сказала, что Настя, это скорее всего на вот это черное мороженое. Вот. Поэтому, естественно, я сейчас это черное мороженое тут же исключила. Но, как бы, знаете, мороженое само хорошее, оно не дешевое, оно вкусное, оно качественное. Если смотреть как мороженое, да, если, допустим, я беру гостовский пломбир и беру вот это мороженое, оно одинаковое по цене, и состав у него, в принципе, один и тот же. Нету никаких там лишних примесей, только вот это вот черное. Вот это вот пищевая какая-то краска, краситель, который вот они окрашивают этот пломбир. Вот, и в принципе ничего там такого нету. Но, видимо, вот этот вот пищевой краситель, он каким-то образом вот так вот отложился. Хотя мы не первый раз кушали это мороженое, и никогда такого не было. Вот, ну, в этот раз, видимо, так произошло, что вот случилось. Вот, но сейчас мороженое я такое исключила не потому, что... Оно какое-то некачественное, а просто потому, что я не хочу больше переживать по этому поводу. Вот, поэтому решила такое мороженое не покупать. Будем есть мороженое белое, да? Не черное. Вот, так что я очень обрадовалась. Ну, хотя, знаете, я знала, что так будет. Я чувствовала, что будет все хорошо. Вот, кровь у нас еще не пришла. Викуся, я тебя не выпущу в огород, там сырая земля.
Вот, кровь у нас еще не пришла, кровь как раз сегодня буду также звонить после 6 вечера. Но самое главное, это все-таки был анализ кала, вот, на эту скрытую кровь, потому что если обнаруживается скрытая кровь в анализах, то это уже вообще не есть хорошо и даже совсем плохо. Вот теперь ждем анализ крови. Анализы крови мы сдавали. Некоторые мне пишут на канале тоже, что Настя, ты не занимаешься ребенком и не сдаешь анализы. Как бы это неправда, мы в том году ездили в санаторий и полностью обследовали Леру. Сдавали все анализы, и кровь, и кал, и мочу, и сердце проверяли. В общем, делали полностью обследование. Вот прошел только год. Как раз вот в октябре год, как мы сдавали все анализы. Поэтому это неправда, и я же не могу ее обследовать каждый месяц, смысла нет, и девочка еще молоденькая, еще только 18 лет, и смысл вот так вот часто обследовать, у нас же инвалидность не по той причине стоит, что какие-то органы не в порядке, а опорно-двигательный аппарат, поэтому у невролога мы наблюдаемся, а, естественно, организм мы уже проверяем, не понравилось нам Лерин кал, мы пошли и сдали анализы, Я думаю, что все люди делают это именно так, что когда что-то начинает беспокоить, что-то побаливает или еще что-то, человек идет и обследуется. То же самое сделали и мы. Все хорошо, и надеемся, кровь придет тоже хорошая.